Дамы и господа, тур победителей 74-х голодных игр. Китнис Эвердин и Пит Милларк. За кого они ее принимают? Она просто хочет спасти свою шкуру, только и всего. А для них она стала лучом надежды. От нее надо избавиться. Что скажете? Я согласен, что она должна умереть, но в нужное время и нужным образом. Китнис Эвердин стала символом. Надо уничтожить этот символ, показать, что теперь она одна из нас. Пусть они поверят в это. Они так возненавидят ее, что убьют сами. Хеймич, помоги мне пройти этот тур до конца, я прошу тебя. С возвращением домой ничего не закончится. Что надо делать? Сейчас ваша главная задача — отвлекать всеобщее внимание от настоящих проблем. Выше нос, улыбки шире! Вот и она, огненная девушка, Китнис Эвердин! Ты стала для всех примером, Китнис. Теперь люди должны набраться смелости и последовать за тобой. Ты спасла мою жизнь. Ты дала мне шанс. Шанс жить? Нет, совершить что-то. Надо уходить, Гейл, иначе они нас убьют. Они убьют нас. Надо истребить. Какое племя, сэр? Всех победителей. Из-за нее они все представляют угрозу. Из-за нее они решили, что неуязвимы.